какие вещи продаются. Все, и здесь очень популярные места. Давайте смотрим. Мы лучше пару начала левой стороны. Снимайте. Потом мы будем на правую сторону. Чтобы левой стороной европейский час, чтобы мы не потеряли. Мы с вами в европейском часто находимся. Длина нашего Босфора. Значит, Босфор — это по-турецки Боазичи получается. И так как сказать, длина его 35 километров. А вот самая узкая точка 700 метров получается. Глубина частичка 20 метров. Частичка 100 метров. Это отличается. По берегу, конечно, 10-15 метров получается. Но более серединку есть точки, которые 70 метров, 80 метров глубина. Впереди, где Истанбул Модерн написано, там два минарета вы видите, потому что там есть Нусрети Джами. Вот этот минарет видно. Раньше, когда не был вот это Истанбул Модерн, вот это здание, отсюда прекрасное было это мечету. Очень красивый мечет, действительно. Его построили в 1826 году, времена султан II Махмуд построили. Архитектор армянин Григорий Нальян. Это семья, фамилия Нальян. Очень известная фамилия и семья. В 18-19 веку в основном наши мечети и дворцы построили вот эта семья Нальян. Вот на свете уже видно, я уже начала его видеть отсюда. Видите, вот с той стороны. Очень красивая мечеть. Вот отсюда посмотрите, с двумя минаретами. Также он имеет один красивый часовная башня. Вот часовная башня тоже уже отсюда видно. Вижу. А здесь есть такие ресторанчики, кафешки, парады. По европейскому разные ресторанчики. Очень популярный уже стал вот этот Долотофор и Стамбул Модерн. А кто хочет чайки кормить, я специально для вас купила семиц. Может, у меня брат и может кормить чайки, и с чайком вы можете фотографироваться. Джиангир называется, так как сказать. Я все сюда не поместится, но что-то и Ата пусть будут знать, но все не поместится. Мечеть, который вот перед вами, мечеть Джихангир. Джихангир, вы помните, когда вы сериал смотрели? Это сын султан Сулейман получается. Значит, они его построили. И капитан Мишель. Значит, времена Кануни султан Сулейман построили. Вот этот маленький мечеть. А его архитектор Мимар Синан. Мимар — это архитектор. Мимар Синан — это самый близкий друг у Кануни султана Сулеймана. Вы помните, в сериале тоже его показывали. Значит, построили этот мечеть в 1559 году. Потом его отреставрировали в 1889 году. Времена султан II Абдул-Хамид. Второй его архитектор Бальян. Фамилия Бальян. Его построили в барокском стиле. Смотрите, пожалуйста, вот который
Мы проезжаем сейчас. Это один университет. Этот университет называется Мимар Синан, архитектор Синан. Только что про него мы обсудили. В общем-то, очень один из самых известных, один из самых лучших университетов является. Только времена Османской империи. Это тоже был один дворец. Из дочери падишаха жили. Вот такой дворец был. Только после основания турецкого республика его позвали как присоединяет Европа, Азия. Это первый мост, получается. Он упадет сейчас, упадет. Этот Яли, это побережье, имеется в виду. В каждом Яли работает хотя бы 10 рабочих, имеется в виду водитель, потом уборщицы, потом каждый Яли свой маленький портик есть. Свои корабли, свои яхты они имеют. В общем-то, уборщицы, повары, конечно, для них отдельные комнаты. А это мечит, Бейдар-Бейи называется. Его построили в 1778 году. Времена султан Перви Абдул-Хамид построили. А архитектор его, Мехмед Тахир, в барокском стиле его построили. Один будет дворец, который называется Бейлярви дворец. Скоро мы его будем проезжать. А это мечит. Но вы представьте, от этого мечита до того дворца был один площадь. И вот в этом месте был дворец. Сейчас один маленький час от дворца осталось. Бейлярви. Это летний дворец был времена Османской империи. Времена султан Абдул-Азиз его построили. Сегодня он у нас как музей. Значит, тогда третий Наполеон был. У Наполеона супруга, Виржин называется. Он был влюблен в Виржин. Виржин через 3 года приехал к этому месту. Говорят, что один... Значит, императрица Виржин жила в этом дворце.